всю ту... Смотри, они все контрят. Они все на Эмбер аккаунтер вообще решили сделать. А Эмбер сейчас просто берет и в Рейскинга неожиданно пикает. Смотри, а ты кем будешь играть? Я думаю, кем. Кем ты хочешь поиграл? Я пока вижу... Я хотел в Рейскинга поиграть. Я вижу очень сильную этот триплу. Ты керри хочешь или саппорт? Братан, я не знаю теперь. Я просто посмотрел наш пик, теперь. Мне Мипарь еще нравится. Мипарь хорошо заходит. Мипарь, Брайскинка и Шейкер. Супер трипла. Вы просто побежите их и колотушками замочите. Вот не... Синк. Я буду кэрри, слышите. Ну а Мипарь куда? А он тоже рассрандомил, что? Он репикнул уже. А, ну смотри, мы прям на характер вот с этой Софией. Мы думаем, что и куда. Вайпер. Сларк. Что бывает вайперов? Сларк какой-то. В миде Сайленсер. Сайленсер, да? Да. Давай, где он? Не знаю, ищи. Я тоже ищу. А, или Разор. Но Сайленсер круче отвечаю. Я думаю, Разор по игре круче. Давай. Да? Не знаю. Мне кажется, Сайленсер круче. Кать, слышишь, что? Якобы... Я, короче, не хочу суппортить с Рейскингом, но походу приходится. Типа, короче, Сайленсер просто он жесткий. Ну, ты, я... Войд прыгает, ты глобал, мы нападаем. Да, ну просто демедж нужен, у нас его, посмотри, Войд прыгает, Сларк, Рейскинка, Шейкер стоят, смотрят. Вообще, ноль героев, которые какой-то фоллоу осуществляют. Это вот... Сайленсер он ДПС делает, лол. Да, Сайленсер делает, да, но и Разор делает ДПСа больше. Не. Подгоним с рефрешером, да? Так, а, Сайленсер с гоним рефрешером. Что ты так на это скажешь? По-моему, тоже не слабо делает. У нас, короче, нет синтрей, но нам заблочили рез. В говне. Короче, слышишь, а мы можем его убить, знаешь почему? Потому что у него очень маленький МС, 285. Да, тот самый МС. Да, 345. Ну и там кликают, что никого. Да не, все нормально, не бойся. Забей. Это они так, это терпилы дефолтные, я пугаю его. Мне пока там делать нечего все равно. Хорошо. А там за... О! Слышь, что, Димон, нужна помощь. Ну ты понял. Я понял, да. Это он был прав. Он был прав в натуре. Только там какой чувак просто сверху. Чувак снизу. Ну нормально у нас воет. Пока фармит хоть. Так. Надо было, походу, направо бегать. Ух ты, дом сраный просто стоит. Я сейчас вернусь, на самом деле, к этому. Вайпер. Он ошибается тут стоя. Смотри, Диман. Сейчас. Не... Нормально. Сейчас он пойдет добивать, и тут я. Я думаю, что да, Диман! Хорошо. Да, я танч. Ох. Главное, ты. О, все. Уверенная игра, уверенная. Добрая игра. Все. Теперь я нафармил на синтре и пошел. Разблочив респы. Вот, кстати, воет мужчина. Судя по всему. Хорошая тычка у Разора, знаешь, я что-то посмотрел. Тычка, в смысле, по анимации? Ну да. Ну да, мне норм. Нормально у меня. Когда саппортом сделают нормальные тычки, это совсем. Нормально он тут под этой. Давай, добей крипа с минус 70. Yeah.
Нормально на тебя там нападают, Дима. Да? Я думаю, это... Ну, пока нормально, смотри, они нападают. Войд фармит. И у него все хорошо. Ну, не особо хорошо, он уже нафидел разок. Да? Да. Ну ладно. Он еще жаловался, что нет ТП. Снизу. Я вижу, я заберу. Шейкер заберет, походу. Я заберу. А там чувак-то все еще без ботинка, Димон. И тут я иду. Добро, заходи. И я еще стою в идеальной позиции. Давай. Я думаю, там скайли мисс. Возможно. А ты никогда не знаешь, что на самом деле сказали кому. Да. Один хрен, мы фармим низ. Сейчас я только сам в сейф позицию стану. Не-не, тебе не особо угрожает там вроде. Там два сверх. Ага. Да он просто, блин, отпивался, походу, каким-то ботлом или типа. Че я иду. Его, походу, сейвят. Ты прям хочешь так? Да мне пофиг. Ну, он, походу, что-то чувствует. Что-то нифига он не чувствует. Так вот, походу, дизраптор наш клиент. Если, конечно, шейкер стан захочет дать. Хороший стан. Хуяный стан. Ладно, я умру. Ну и стан. Да. Качественное уёбище. Добро. Блин, откуда он узнал такой бред? Ладно, снизу смотри. Твой фанат. Короче, Димон. Да? Вот он наш. Ты игра... Свечу. Да, давай. Ну... Короче, такое. Вайпер без демеджа сейчас будет. Да-да, нормально. Под минус с уроном. Танчишь пока. Слышь, смотри, еще наш. Я далеко, забей. Но я вижу, вижу. Надо идти. Плюс 148. Нормально. Так. Димон, закупайся. Ты, короче, я тебе советую как артизи закупаться. Барабаны мидас? Ну, в хп просто масло там. Да. Просто всякие там покупают всякое говно, знаешь, типа там фейзы, аквилы, типа 2000 голды тратят на это, и по итогу этот разор сраный 700 хпшный. А так, типа, берешь ПТ там, короче, барабаны. Аквилла ты не уважаешь, да? Не, ну аквилл тоже норм, но я имею в виду, что не фейзы, а ПТ, там, барабаны еще. Ну, чтоб ХП, ему реально ХП только и надо, ему все остальное да. Не надо. Еще мидас можно ему взять, ну, знаешь? Мидас, это понятно, Димон. И так ясно. Сори. Не знаю, может он просит меня. Получи экспо сейчас по риску пройдусь. Получаю экспо. А мне еще меку советуют, смотри, как-то. Не, ну мека это да. Мека это как бы тоже норм. Потому что у Разора, ой, у Вайпера будет мека, типа. Будем драться. Сверху стоит твой, это вообще харяди стоит.
Он 7-й левел. Он левел как соло вайпер. А Сларк снизу. О, у него барабашки есть, тоже хорошо. Видимо, я буду без, знаешь, без мидаса, видимо, я буду. Раз вас мека нужна. У тебя уже война пошла. Ты прям давишь его морально. Да. Но я ему варты слонов через 20 секунд с тогда он поставил оба. Ой, курица. Не убьёшь. Курица, да, курица. Была бы nice, конечно, похуй. У меня в центре люди. Видай. Димон, если что, я тоже в мид-дас потихоньку ухожу. Нет, это само собой. Блин, там снизу, короче. Нашего парня мнут, я допаюсь туда. Пэток летит. Живешь? Очень долго. Но я заберу того. Да, должен забрать. Ой-ой-ой. Не, Димон. Ты не смог. Блять, стрелы эти ебаные. 500 человек, сраный Сларк. Тут еще вайпер должен сейчас быть здесь. Возможно. А, у меня, кстати, войд заимучен. Это интересный знак. Я бы еще Сларка на том месте замьютил. Он не хочет нажать ульт там? Он нажал, смотри, сами. Смотри. Без прыжка она вроде. Или вайпер что-то хочет. Не знаю, что он хочет. Но у тебя, по-моему, дэмэджа достаточно, чтобы им навалять. Изи. А, бежит, смотри, я бегу, если что. Хорошо. Сейчас буду. У него ТПшка есть. Тупнется, скорее всего. Ну, пусть тупнется. Хорошо. Пошел в жопу. Я думаю, зачем нам мека на самом деле? Не, мека нам не нужна, по факту. Можешь не покупать никто. Говно арт. Хорошо, как мы резко меняем. Давай, линия твоя. Не, ну она типа нужна якобы, потому что этот... Ну, у них будет, они впятером пойдут с мекой. Тяжело будет без меки. Сори, нормальный чувак. Добро. Знаешь, кого бы я кидал Дум в Разора? Почему? Потому что я единственный рейндж в команде. Боже мой, какой обосранный Сларк у нас, это пиздец. А, он опять умер? Он просто куда-то идет и умирает. Хотя он все два раза умер, но на самом деле он какой-то... У меня ощущение складывается, что он уже 500 раз умер. Ой-ой-ой, какая руна. Не зря ждал. А это что за хуйня? Кошка. Тебя вернули, да? Я иду. Давай. Я до дома сбегаю. Ой, Димон. Ты приплываешь. Я убил. А, нормально. Все. Пошел в размен. Добро. Добро. Зато смотри, ПТ-чика моя купилась вообще знатная, тут столько на кресте. Сделал. Ну у тебя на самом деле денег полно, тебе надо еще что-то уже брать. Ой, да, хорошо все только с левелом. У него вот эти вот тайтемы, знаешь, если он на ФК бы на бае стоял, я думаю, у него было бы больше. Но он рецепт на мидас все несет. А, ну то нормально, слушай. Все с мидасом. Не, раз он с мидасом, то мне мека не нужна. Смотри. Бегать, варды ставят. Мы точно не будем драться. Ну да. Поддерживаю.
Я иду наверх. О. Нормально он придумал. Снизу у нас, как думаешь, что? Угу. Убивают Вайда. Боже, этот ебаный этот. Сларк бегает. Что надо сломать вот этот вард. Надо. А, я понял, я же единственный рендж, да? Да. Зайди, сломай. Сейчас. Тавр сломаю. Где кошка летит? И дом. Mm-hmm. Идет. Дом с домом. Не, дом без дома, по-моему. А, дизраптор. Он хочет прям войти. Хочет. Нормально. А она без ТП. Угу. А мы без даста. Угу. Кстати, Дима, надо поломать варды. Я пошел вард ломать. Срочно, пока наши не кончились там. Сори. Знаешь что, как приятно, когда ты единственный, ну как бы ты кэрри, и ты бегаешь, ломаешь варды. Как приятно, вот шайм, кстати. Ну да, у нас еще кура. Где наша кура-то вообще? На базе. А. Он там что, прячется, что ли? Да что, блядь, с этой курой? Почему она не хочет лететь? Че, Дима, надо будет еще вард сломать один. Да, сейчас. Медасик, я работаю, да. Меня радует, что у нас уже медас, это хоть что-то. У меня нет медаса, но я фарм, да. Пойдем. Смотрите. Пойдем. Ща. Потому что сейчас в тебя 7-3 падают, Димон, потому что у меня нет слота даже под них. Давай. Мы тут сломаем варды сейчас. Там вон, видишь? Да похуй на него. У меня ульт есть, если что. Вот тут вард стоит просто. Тут все. Не надо. Да, нас пусть тоже много, если. Я знаю, давай. Пусть подойдут. Я суть там. Давай, до конца. Руби их. Вайпер убью. В думе стою. Оп. Прикрыл тебя. Ну нормально. Дума очень больно. Хорошо. И вот он тот самый воид с медасом, который накрывает, и другие ребята бивать никак не могут. Это, по-моему, знаешь, кто это? По-моему, тот самый воид, который все игры на Вайде играет. Я просто, не там какой-то типа чекал, у меня там игр 500. Он, у меня там где-то 6400, что ли. Но для такого чувака он реально какой-то хуй. Да. Вот, короче, тут можно объяснить, зачем мека не нужна. Я буду вечно в думе. Да, ты покупай хп-ху себе просто. Барабанчики вторые, нормально. На сплит. Где-то мек хуяк. Тут тебе говорят, купить топорик можно. Мэн, мек not work. Да, топорик можно купить, чтобы рубить варды, но... And I can't use spells. Они же такие, low. How it's possible? You read, or you think, maybe? Да забей хуй. Ты там что-нибудь покупай. Не, это будет, само собой. Я вообще он вижу сентри у меня. Сентри у себя видишь? Чё, да. Откуда у тебя есть одна сентри? А, и там пешка был. Да. Норм. И но этот сентри может и... Reveal Doom me. Слышь, смотри, all the time. Где-нибудь замес. Да, я иду. Не пускают, и все в инвизи. Пускают. Я еще понял то, что шейкер, он, короче, мне в минус. Он нам много кому тут в минус, если что. Да. Сломали нам.
Он же нам дорогу перегораживает. Смотри, смотришь, нападают на нас. Идем. Ну это такое, знаешь, Сларк умер первый просто. И все, сейчас он будет говорить, что у нас нет меки. Ничего и не сделает там. Не, он сейчас будет писать интересные вещи. Нет меки? Я не думаю. Да, он из-за этого умер. Так. Взрываешь, что вряд ли он умер. Ладно, похуй, у нас есть бой. Все, началась машина. Reported. Rush, Rus, shit. Так, ладно, еще один. Сейчас черный список. Так, оп, выживем. Стоп флеймит. Еще один чувак. Блять, короче. Че? Да ничего, я просто на нашем шоке, я понимаю, что у нас все плохо. Блин, там не попахивает даже. Войд пока сплитпушит. Войд, кстати, там нормально. Да, очень нормально. Я думал, он не умрет. Так, так не очень нормально, согласен. Ничего, ничего. Есть такие, знаешь, еще тайтхантеры, которые варят, говорят ему, собери меку, собери пайп, ты будешь нас хилять. У нас будет ХП, у нас, ну, мы типа будем всех убивать. А есть такой герой, как Doom. Он просто дает Тайтхантеру Doom. И у тебя в драке не меки. Пайп тоже, только если заранее прожмешь, да? Если они первые не нападут, и все. И такие люди, о май гад, о май гад. How it's possible? Вообще-то, если что, Doom, это тоже нечестный герой. Если так подумать. Ну да, если так подумать, он вообще силен. Ну, сейчас. Но он нечестный. Как пофиг, что он силен. Дело в честности и нечестности скиллов. Да. Типа ты фармишь что угодно, 25 уровень, 6 слотов, всю игру, а тебе какой-то чувак может одним скиллом это все нахер выключить. В чем есть тут? Есть такое. А еще он может тебя убить на самом деле в соло. Может, смотри, Димон, кого я нашел, но это мы не убьем. Не наш. Тут еще есть фишка, то, что у нас, ну, Void. Кто знает, знаешь, Димон. Ну, кажется, я бы. Смотри. Это под тауэром. Нравится мне это. Я иду. Ладно, забей. Мне не нравится это под тауэром. Ты один, их много. Мне тоже не нравится. Что-то делать-то надо. А, ну надо фармить, у нас живой с Мидасом. И, чувак, еще многие хотят купить меку, но она нужна, когда ты идешь драться. Это как когда там, ну, говорили, там, до третьего International, Фурёну нужна мека. О, нормально, это там прогадится. Нормально. А там потом вышел Адмирал Бульдог. И... Короче, снизу трое так вот. Нам бы вниз, типа. Давай. Дайте. Я могу... Ну, бля, ну, я могу... Нам нужна команда. Я Т2. Войд стоп. Да, вы стоп. Он давай стоп. Стопаешь на всякий случай. Давай. Там уже все в ульте катаются, че. Ну я понял, вы пошли. Ну да, но мы тут более-менее. Ой, Doom не на тебе, значит. Так это хорошо, если Doom не на мне, я убиваю реально. Ну, я понимаю. Убиваю одного дарангера, второго, все убежали. Убиваем этого парня и... Давай, Вайпер, иди сюда. Я взорвался. Хуя. Иди сюда, Мирана. Хорошо. А Void в рот ебал просто, вот в чем дело. А Void фрифармит, да. Пожалуй, я его реально репортну. Ну, я его не репортил обычно, я его просто в черный список кинул. Он АФК фарм, ну понимаешь, есть плюс, он хотя бы... Нет плюсов пока что, ты посмотри, что он делает. Главное, чтобы он не умер. И вообще все нормально? Нормально, он забьет тавер. Боже, это ДЦП аутизм какой-то. Ты это забей. Что с этим чуваком не так? Смотри, он купил себе фрилхан. Это типа один из тех парней, который считает, что так выигрываются игры. Ну да, на профессиональной сцене ты бегаешь вот так и все отлично. Так. Ну да. Ну как еще, Ярик? А?
Ну смотри, пока с этим работает, медасики окупаются, да? Ну да. Я так как купил ПТ, медас не окупается. Но! О, на мете, слышу. Нормальный замес там. О, смотри, тут кошка. Я вижу, но она прыгает, Эрик. Она прыгает, да. От станов твоих. Вот нужен Сларк, Сларку вообще нужен блинк. Во-во, смотри. Приплывает. Меня вернули, кстати. Я за кошкой. Дизраптор реально что-то знает. У них вообще такая комбо прикольная против любого кэрри. Хорошо, что у нас этих кэрри 3. Это ульт вайпера. Что там еще есть? Ну, Doom. И еще дизраптор возвращает, если там что-то. Дизраптор. Еще постоянно кого-то сейвит. Не, у них, да, у них мерзкие, мерзопакостные вот эти суппорты. Очень мерзопакостные. Да, поэтому надо просто драться 5 на 5. Он хочет забрать тауэр, ну давай. Сейчас я побежал помогать Сларку, который просто давай. Фидит. Шейкер боже, прямо здесь. Ёбок. Боже, Сларк. Сларк это забей. Я нашел еще больше врита, да, чем Войд. То есть Войд он просто фармит, а этот... О, норм. И спрыгает. Бабки. Медасик, медасик. Медасик, сейчас огонимчик. Не, поздний медасик, но это не важно. Так это нормально, слушай. Мы все равно... Let me farm this for Dega, man. Мы все равно, понимаешь, мы все равно ждем, пока Void захочет поиграть с нами в игру. I need this. Он такой, знаешь, он думает, что я их заберу специально. Есть такие шейкеры, которые думают. Короче, все равно пока Void АФК фармит, да, где-то. Но хотя бы сплит пушит. Это хорошо. Но мы драться не будем, да? Ну, только гаунит. Этот медасик работает. Да, интересно, он будет забирать моего этого? О, спасибо, манерный парень. Тут шейкер с блинком, так что на самом да, деле... Да, нужно смок. Смок нужен. Так мне нужен смок? Ты шутишь, что ли? Все равно драки не будет. Ну, шейкер. Знаешь, смок, а этот пойдет куда-нибудь в другую сторону. Ну, давай сюда. Вы Сларк. Че, вы хотите смок юзать? Я хочу продать этот. И нам смок уже не нужен, на самом деле. Не нужен нам смок. Я фармлю теперь в лесу вы их. Сейчас, я хочу аганим собрать. Вот. С аганимом... Дома БКБ. Да, с аганимом я буду жестким, а потом еще БКБ, БКБ-шечка сверху. Деф. Деф. Ага, гуд. Ты видишь? Это настоящий, да? Да. Это значит, они пушить не будут. Значит, они идут куда-то. Мы можем на нее попробовать напасть, только она умрет. Всякое может случиться. А у нее ХП очень мало, на самом деле. Я иду. Но она... Она умная. Или... Как тебе сказать, умная, так сказать. Ну, да, ТП-аут она умеет делать. Значит, умная. Ой, хер. Ты хочешь дальше пойти? Ты прям не, без я раз. Пойду. Ты как хочешь. Я не пойду. Я сейчас уйду отсюда. Скоро. Я пока дизраптора вижу, типа, мне не страшно. Давайте, сливайте уже. 25 ПТС, я вас жду. Подожди. Нееет, судя по этому, может продолжаться бесконечность. Да. На самом деле у нас Войд, который хотя бы знает, что. Ну, что такое сплит пуш арк. Такие Войды. Не, у нас он знает, что такое фарм. Ну вот, это уже хорошо. Смотри, дом нашли. А пока сообщение на Твиче так, я вперед. Я тоже вперед. Да. Там с Мираной воюю. Так. Он очень толстый. Кто, дом или кто? Да, мне не хватило аганима. Давай, давай. Чтобы убить всех. Ля, тяжко, как game is hard. Да, ну, посмотри, где Войд. Войд спид пушит. Я правда думаю, зачем ему клеймор? Или может он ТП хочет себе купить? Он? Да, да, сейчас, секунду. Кто знает? Зачем клеймор? Батлфри? Ярик, что там из клеймора собирается? Ну, под Борин, ну, типа, не знаю. Войд, кто деф? Я вижу. Мне нужно 8 секунд. Я пойду тауэр заберу. Они, кстати, они очень осторожны. В плане
слева. Он даже не зах... А, он с Лотаром теперь, я понял. А, это Лотар! Так это вообще нормально, да? Да-да, это пиздец нормально. Это одно из самых нормальных, что я видел. Let me go first, boy. Он идет с Лотаром, смотри. Ставить купол им наебало. На пятерых. А, они походу друзья, слушай, я понял, с Шейкером. Давай, руби их. Давай. Догонимчик. Так, ПТ на сила. Ну ничего. Что там? А Шейкер не ультанул? А, ультанул нормально. Минус 5. Короче, Димон, приты! Так что вообще добро, ты что? Теперь я влад. Теперь я кэрри. Ты мы оба кэрри. Вот, смотри, Войт сделал свое дело. Войт, он реально работал вот на этот момент. Да. Нам сейчас всем БКБ сделать, и этот... Ну, короче, эти герои, они офигеют сразу. Я Мьёлнир сделаю, на самом деле. Да, не, ну тебе это не надо, я говорю. Про себя, Сларк и Вайда. Потому что нас сейчас убивают в основном молнии Мираны. Она очень больно дамажит. Она мне 1000 дэмэджа вписала. Мьёлнир не дешевый арт. Не дешевый. Да ладно. Мейлштормик и рецепт. 3000, да. Есть. Уже идет процесс. Ребята, вот они медасики. Как это называется, Его стайл. Он тоже, ребята, любили медасики. И нормально топ-3 интернешнала. Мы тоже движемся, Диман. Да. Вот 16 левел у меня уже есть. Я иду наверх, кстати, может кто-то придет. Да я на самом деле думал, что мы сосем членов, но после того, как мы выиграли драку, теперь я не буду фидить просто. Поэтому я аккуратно тут пофармлю. А ты что, до этого фидил, что ли? Не, ну я как бы шел на рожон. Ты разменивался. Теперь надо. Ты кэрри, да, и все, кэрри, фидить кэрри, нельзя, да, резко. Я не буду фидить. Хорошо. То есть, чтобы я кошку нашел. Ну, давай их стягивать сюда. Давай стягивать, вот стрела мимо пролетел. Оп. Медасик? О, смотри, вон весь катание. Сларк. В центре Сларк бегает. А не в инвизе. Я понял. Ну, смотрим. Она... Смотри, она если выйдет, она пожалеет еще раз. Давай уйдем отсюда прямо сейчас, Димон. Давай. Ну, я уйду. Мы не хотим фидить. Прям. Она, кстати, прыгала, Димон. Да, 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 да. Наш клиент. Ну, а тут сейчас много будет. Да и срать, мы убьем сразу кошку. Валим. Просто вот так мы с ней разбираемся. Я что хотела, молодая. Найс вам. I go first, Войт. Смотри, вон они, опоздавшие. Ты там бегают, да, ищут, пусть. Да, да, да. А вон на Войт пошел уже убивать. Ну все, вот работает. Ну все, вот сплитпуш. На самом деле, конечно, это ублюдство редко, потому что Войт каждую игру так играть и думать, что он царь, понял, игры. Типа, а что, я все правильно сделал. Да, пока эти ублюдки фидели, там, пытались отдефить троих на нижней линии, я фармил. Да не, мы-то на самом деле сражались, у нас-то счет приличный. Рошан предлагает. Ну так, нормальная тема, быстро убьем. Погнали. Ай, бы нет. Вы говно, ты на мидл. Я иду. Том летит. Мы типа валим. Типа не хотим. Короче, мне до Мьёлнира вообще кропали. Давай за Вайдом. Если драться, то вместе с Вайдом. Давай, ДД лежит, надо забрать. Сберешь? Да. Шейкер встрял, ну похуй на него, короче. Его проблемы, что он встрял. Да, он просто... Он еще и заультил на месте где-то. И Рошан сейчас появится. Да. Да? Ну, да. Again, I don't... Так, у меня байбека не будет, короче. Но есть Мьёлнир. Шейкер ульта нет. У тебя байбек есть? Да. Они же не пойдут, Ярик. Они уже за мной идут. Ну вот я поэтому и спрашивал, на самом деле. Если они вдруг пойдут за тобой, сможешь ли ты байбекнуться потом. Прятался аккуратненько. Да, смотри, я типа под... Ну, танкую. О, Некра. Шли нахер отсюда, Некра.
Смотри, что он творит. Нормально творит. Смотри, Димон. У нас есть? Или нет? А, просветочка? У меня есть. На мне дум. А гони мы эту. О, дизраптор. Я понял. Да, я понял. Да ладно, я просто сейчас осознал, что война не было с нами вообще, в принципе. Да, он просто фармил. Why you go? Why you go? If void top. Да не, это я... Я просто... Ну, честно говоря... Ну, понимаешь, с тобой-то чё идти? Честно говоря, я не понял момента. AX5. And boom on me. As I say. Реально есть вопросы к Вайдо? Определенные вопросы есть к нему. Ну, зачем? Зачем? Короче, забить. Пальцы. Шейкер с ртом. Типа... Я... Ладно. Сларка еще. А я заблокировал его. Смотри, смотри, смотри. Он пошел драться? Пошел. Ну, можно было пораньше сделать, ну ладно. Да, можно. Пожалуй, чуть-чуть пораньше. Там со всеми, например. Он фармил именно тот момент на байбек. Кстати, барак одна сторона, это не страшно. Блин, агоним это такое забей. А, то есть подожди, то есть он фармил на байбек, байбекнулся еще раз сдох, да? Да. Мьёлниром и... Боже, какой качественный уёбок. Нормально. О, фига, у тебя бабла. Чё, покупаешь БКБ? Да, БКБ хит норм. Блин, там третий некра... Стик? Да? Да, стик-то есть. Да нет, дело не в том, что мне не хватает на ульт. Дело просто в том, что... Ну, он их на меня направляет, и очень больно. Очень. Да, а мы если влетим шейкером, вообще будет пофиг, он сразу умрет. Еще голды, это я поубивал что-то или кого-то в этой драке. Угу. Домский, с Шивой, Хасти. Но вы втроем Рошана не убьете. Ну точнее, как бы так себе это. Я гем возьму. Я что думаю, знаешь, может он с ШБ что-то сделает там разок, ну типа пробежится в инвизи. Пойдем за Войдом, вообще бесполезно. Варт этот, а вообще... Инвизи, а я... Может я, быть Войд придет? Смотрю. Может, я вижу. Блин, да что за дерьмо, он... Сука, он заебал на самом деле. Вот что я тебе хочу сказать. Я бью. Давай. Знаешь, где Войд бегает? Угадай. Чё он там вообще делает? Ай. У тебя какой-то флут странный на Твиче в чате. Почитай. Короче, этот Войд, это что-то с чем-то. Я таких давно не видел. Ты реально купив шаг, ублюдок? Он нормально. Он нормально. Yep. Yep, thank you. Так, минус вайпер. Черный список. Ну, понимаешь, когда люди
Так и говорят, я желаю, чтобы у этих людей были такие вайды на всю жизнь, чтобы они, ну, получали то, что они желают. Все вот, правильно. И все будет нормально. Будь аккуратен со своими желаниями, короче. Не, я желаю, чтобы каждый получал то, что он заслуживает. Ну, то, чего он хочет. То есть, для него будет decent player, вот пусть он, желательно, чтобы он с ним играл. Врываемся. Да. Я врываюсь. Так, на Сларка нападаю, на это нападаю. Кто тут настоящий, кто нет? А мне Doom. Да, я понял. И нормально, кстати. Я в БКБ, там все бью. Хорошо. Сейчас я развалюсь тут, сейчас я появлюсь скоро. Тут еще Мирана сбоку, но ее все в туз лупили. Минус Aegis. И неожиданно Doom на мне. Сларк мне обещал, что come on, man, he can't doom you all the time, но... Но, понимаешь, любому, не знаю, любому... Наверное, любому ДЦП понятно, что Doom будет кидать Doom в разора, даже если я прожму все и БКБ в том числе. Боже мой, это двое-то почему? Нет, но в итоге ребята просто улетают. Улетают. Нормальный замес. Да. Нам кошка, конечно, стреляла, сейчас тебе скажу, сколько она мне настреляла в этой драке. Да, нормально стрелял, даже не хочу смотреть туда. Да, ребят, я знаю, что в некоторых моментах не прожимал БКБ, но знаете, когда вы играете 4 на 5 и у тебя человека ФК 40 минут, даже если у вас будет БКБ, вы прожмете, не особо ничего не изменится. И все равно получите Doom и умрете, потому что 5 больше, чем 4. Математика. Здорово. В итоге... Не, это, кстати, да, я думал, это, короче, потный воет, а это воет на 5200 вообще, он, типа, просто АФК фарм. Ну, желаю, чтобы вайп